Шляпки, зонтики. Смотрите, какой чемодан дорожный. Огромный. Понятно, почему раньше носильщики требовались. Да, такие чемоданы, если еще набить битком, как я люблю. Ой. О, какой патефон. Патефон. Граммофон. Это патефон. Граммофон. А, граммофон, точно. Прошу прощения, граммофон. Я думала, что граммофон обязательно с трубой. 30-го года. Туфли. Кстати, с трубой это как раз патефон. Ой, платье почти как у меня. А, с трубой патефон? Угу. Коробочка для игральных карт. Это кожаная коробочка для спичек. А, тут это пепельница. М? Вот это пепельница. Пепельница, да? Mm. Я думала, пояс какой-то. Да, точно пепельница. Предметы быта. Телефон. Любовь. Радио. Или радиола. Радио. Шоколадные конфеты в такой коробочке продавали. Это же все шоколадные коробки. Вон знаменитый наш ликер Киану Кук. Петух сидит. Сейчас покажу вам поближе. Петух сидит на таком хрустальном пне. Видите, там хрусталики, вот кристаллики. Раньше такой продавался ликер. Сейчас уже делают без кристаллов. Но, во всяком случае, я не видела ни разу, чтобы вот современные были с такими же кристаллами внутри. А раньше на них еще в советское время сидел петушок. Кильки наши знаменитые итальянские. Это что, какао. Баночки разные. Монпасье, наверное, в таких железных банках. Вот это вот карамельки. А манка, видно, и перец. Перец, да. А это что? Кофе, да? Это кофе, такая кофе, да. Кофе, большая банка. Как бочка. Бочка с кофе, зернами. Телефон. А или барышня. Да. Деревянный чемоданчик. Это что? Порошок стиральный. Крем для обуви. Масло для волос. Что это такое? А, это тоже сапожный крем Микки. Интересно. Интересно, да? Это герб Эстонии. Шашки. Фраг какой. Что там написано? Что это? А,
Аккуратно лежал к Арнольду Морину, адвокату и управляющему фармацевтической компании ЭФАХ. Адвокату? Да, адвокат и управляющий компании. То есть адвокат плюс бизнесмен. Ну, да. Это его награды? Это всякие... Нет, не его. Награды. А разные знаки какие-то отличия. Да? Да. Награды. Ох, какое кресло. Это кресло из рабочего кабинета президента. Это первого президента Константина Пятца. Подсвечник. Из Кадриорского дворца, там, где правительство заседало. Это народный костюм. Это чернильница из Кадриорского дворца. Вот где винтаж. Любители винтажа, смотрите. Вот эту шляпку, сумочку с собой взяла в Сибирь Лидия Миннус в 49-м году, когда была сослана. Подушка и белье, которое изготовлено в тюрьме в сибирском лагере. Это в Сибири сделанное из бересты, из березы, этот блокнотик. Pidin abistama uurel ja miinil tehast, aga lõpuks on kühvel lavidete tegema.
Kongepäevi ei olnud ja toiduksent ei grillnud kartulist ja peetist suppi, kus polnud liha kartulit ja peeti, mis on jäksinud ja mini hind. Leiba sai Nemetska jooks. Ручная граната. Vaevalt ülinud, kui politiv karjus. Давайте, на работу. Давайте побыстрее. Selle võrreldes on nüüd elame ikka hoopis teine. Tervitustega. Luna. Tere, Liina. Oleme nüüd juba pikemat aega frontil. Sellega rikuti lepingu. Mis nägi ette ainult tagala teenistuse. Minu teenistuslepingu oleks pidanud hilisugisel lõppema ja oleksin pidanud vabanema. Vaatsin lahkumisavalduse, et tulla sinu juurde ja minna ülikooli. Aga minu korduvatele palvetele vastati eitavalt. Ja kohe tuli ka teade peastaabist, et lepingute tähtajad tühistatakse ja need pikenevad sõja lõpuni. Sööme normitoitu ja marketendri, seda kõik õnnes jätku. Ikka sinu, Kaili. Paiskab vastu surma Igas meile päevas on siinne. Asume Novgorodis kolmekordsest telisvõist kasvanud. Ja paljuga jõudmust. Ilustasin selle karra valmiselt hinnadega. Ma venelale pidasin kenasti üleval. Tehti jõudmine ei ole, ei seganud tema meid, ega meie teha. Tegime kohtusti siis relvavendide saksust ja lausime koos ühise visigaraga. Tõhki omas keele. Igat rohu ja koduste järelikult ei jää. Nõrgustate meile, et olnud aeguselt saavad ja Eesti poliitikud. А это что? Переведи мне с английского. Крестильное платье и чепец, чепчик сделан из парашютного шелка. О, красивый. Материал красивый, да? Угу. Нам еще очень крепкий. Крепкая, да. Игра какая-то. Нет, ну-ка прочитай-ка, что это немецкая армия. Шоколад? А, шоколад Шока-Кола, включенная в рацион немецкой армии. Ага. Что вот интересно, как раз этот шоколад добавляли наркотики, чтобы они, солдаты, были энергичнее, постоянно не хотели всем спать. Осторожно, да, по-моему, это автомобиль. Игрушки 41-го года, собачка, фюсик, мишка, 40-й, 41-й год. Ой, сумочка с Микки Маусом. Что, она деревянная, что ли? Да, деревянная. Кукольная мебель. А это нары. Просто на деревяшках, ой. Да, это нары каких-то... А, эти это лист... заключенных в Сибири. Не для заключенных в Сибири. А лесные братья, они такие пользовались. А, лесные братья. Да. А, понятно. Ясно, ясно. Сахар. Это свекольный сироп. Свекольный сироп 42-го года. Что еще там есть? Цикорий или ржаной кофе. Цикорий из ржи делают? Нет, или цикорий или ржаной. А-а-а.
Мыло из жира. Мыло. Керосин. Не знаю, что запах, по-моему, есть. Сети рыболовные. Это же современная буря. 59-й год. А эти вещи были конфискованы как запрещенные к использованию в тюрьме. Конфискат. Угу. И бутильник он самодельный. Угу. Аспирин тоже нельзя. Конфискат вот только там, вот это вот. А это то, что использовалось, да, переведи, пожалуйста. Вот это то, что в сталинских лагерях, да? Да. Ну-ка, да. Переведи мне. В Советском Союзе. Игрушки в 80-х годах были популярны очень. Вот медвежонок олимпийский к Московской Олимпиаде 80 и тюлененок в Игре. Это к парусной регате таллинской. Такие игрушки были популярны, надувные. Они были такие с ворсом и были совсем резиновые, гладенькие. Пепси-кола.